Вы должны были ждать у другой витрины. Там не было ничего интересного. Одна спортивная амуниция. Вот я и перешла. Но все равно приятно, что в такой толпе вы сразу меня узнали. Мелочи такого рода способны щекотать женскую гордость. Просто вы тут одна в черных очках. А что касается женской гордости, увольте, знаете ли, не знаток. Что ж, вам, похоже, не нравится, что следить за вашей женой будет тоже женщина. Но в таком случае, зачем вы мне позвонили? В объявлении я не скрывала своего пола. Я его отнюдь не стыжусь. Совсем даже наоборот. А что вы, собственно, вскинулись? Я ничего против вас не имею, давайте работать. Хотя, конечно, определенная странность во всем этом есть. Ладно. Насколько я понимаю, вы человек мнительный и хотите меня проверить. Понимаете правильно. Для начала... угоните вот эту машину. Эту? Ага. Как вам будет угодно. Знаток он женской гордости, видите ли. Ехать подано. Ничего на улице. Поняла? Оказывается, умеете романтично молчать. Да-да, вы правы. Только лучше, если вы сами начнете спрашивать. Ну, могу спросить. Не ваша ли это случайно машина? Да, моя. То есть не совсем. То есть совсем не моя. Это машина моей жены. Вероятно, сейчас она уже успела сломать левый каблук, неимоверно ругается на всю улицу и никак не может правильно вставить телефонную карту. Как хорошо. Потрясающе. Из одной этой фразы хорошая, профессиональная ищейка может узнать о вашей жене больше, чем из любой анкеты. Скажите,
Нужно только уличить ее в измене или еще что-нибудь? Нет, только это. Это ревность или посерьезнее? Вы остановили машину ради этого вопроса? Нет. Чем дальше едем, тем глупее ситуация. Пойдемте в поля. Это будет красиво смотреться. Да и вы слегка подуспокоитесь. Хорошо? Постараюсь. Прошу. Благодарю. Так что же вас настораживает в ее поведении? Эти постоянные исчезновения. Она уверяет, будто практикует частым психоанализом. Но ведь это бред. Чего вдруг? И потом, какой из нее психоаналитик? Смотрите-ка, чистенький такой, не глупый, даже тонкий иногда. И вдруг ревнивец. Уж не хитрец ли вы какой-нибудь особый? А? Я как дура, клюнула на деньги, а вы? Может, вы хотите меня изнасиловать? А? Под видом тайной сделки. Я могу. Так давайте. Попробуйте. Что? Вы как будто не целуете, а я не знаю, как сказать. Да, вы правы, я как будто на работе. Ни огня во мне, ни страсти, хотя пригрелась к вам, ничего. Приятно. Даже загрустила. Еще минутой раньше я намеревалась отказаться, но теперь я... Чувствую, вы действительно ревнуете свою жену. Причем смертельно. Смертельно. Ну что ж, самое время получить аванс. Вы не находите? Какова должна быть эта женщина, если вы соизволили упасть до услуг ищейки? А вы не против, если я пересчитаю? Я загорелась, такая оглушительная сумма. Я уже хочу выслеживать ее. Во что бы то ни стало, обожаю, обожаю эту женщину. Заочно. А вам не кажется, что... Думаете, спятила? Ничуть. Мне некогда, я уже работаю. А главное, не хочется влипать в историю с краденой машиной. Так что езжайте без меня. Увидимся у вас! Считаем, что знакомство удалось, хотя на деле вы оказались богатенькие, но скучные. Явился наконец. У меня сломались каблуки. Оба. Я босиком носилась по улицам, и ни у кого, слышишь, ни у кого я не нашла сочувствия. Как будто бы я вдова какая-то. Сирота круглая казанская, бомжиха старая, алкоголичка. Порвала все к чертовой матери колготки, все порвала. Пятки просто, можно сказать, все в кровавых ранах. Ну, это не важно. Да ну, это не важно. Это совсем не важно, важно другое. У меня украли мой автомобиль. Самым наглым образом. Украли и уехали. Фантастика. Вот уж не предполагала, что со мной может случиться такое. Подумать только. Мне все взахлеб рассказывают. Взахлеб рассказывают, как какая-то дрянь. Средь бела дня расшибла мне стекло, посадила с собой престарелого урода в идиотской шапке и укатила. Ты что,
Проглотил язык? Что, тебе не хочется меня пожалеть? М? Машина твоя внизу, и стекло на месте. Да? Что ты говоришь? Я уезжаю. И учти, я очень, очень, очень тобой недовольна. Дай мне ключи. Ну? Не вздыхайте, помогите лучше. Ну, помогите же, ну. Осторожно. Вы с ума сошли. Хороша? Ей-богу, интересная женщина. Супруга ваша. Я платил не за тем, чтобы это слушать. И поторопитесь, поторопитесь. Ведь теперь у нее есть машина. Я ухожу и прихожу. Подбой часов. У меня такое правило. Они не ходят. Вот. Теперь пора. И уберите веревку, кстати, из окна. Задержался. А я вот сказок накупила. Андерсен. Да-да. А вы не чувствуете этот легкий, но очень коварный атлантический ветерок? Не могу допустить, чтобы вас просквозило. Атмосферные интриги, как и все другие, тоже требуют психоанализа. Но позвольте, вы-то сами не простудитесь? Ну, а я гусиным жиром смазана. Да? Надеюсь, вы не против норвежского гуся? Да, то есть нет, нет. Нет? Конечно, нет. Да? Да, нет. Ну? Нет. Нет. Я больше ничего не буду от вас скрывать. Я о муже знаю все. Абсолютно все, понимаете? Угу. Не понимаю. Да? Потому как даже я всего лишь час назад поняла, что мой муж нанял какую-то ищейку. Да? Выслеживать меня! Я сказала, урод в идиотской панаме, а он думал, что я ничего не вижу. Он ее быстренько стянул и спрятал. Дальше хуже. Носом. Понимаете, носом. Я учуяла косметику. Понимаете, носом. Открыла раму, а она там. Кто она? Ищейка? Идем, идем отсюда. Ой, сказки мои. Господи, ну как же вы надоели мне с вашими сказками. Ваша идем. Шляпа. Иду. Быстро, быстро. Отдала ему лучшие годы. Молодость, красоту, здоровье. Расшибала змею в лепешку. Всю себя отдала. Лечила, кормила, одевала. А он, эти еще тут с детьми, нашли где гулять. Пройти невозможно в парке. Давайте сядем в лодку, а то я сбегу куда-нибудь. Водой огородимся и будем говорить о вашем муже. Садитесь. О, Господи, как надоел мне ваш Андерсен! Черт возьми! Простите, пожалуйста.
неужели крестный отец вообразил, что он может водить меня за нос безнаказанно? Вы говорили, открыли раму и что? Представьте, она висела там на веревке. Паранойя какая-то. Бульварный роман. Как же так? У них уже роман? Еще нет. Ну, а к вечеру, думаю, начнется. Достаточно взглянуть на нее. Да. Кажется, я поняла. Вы все это придумали, чтобы вывести меня на откровенность. Так, хватит обо мне. Вы бывали на Курильских островах? Нет? Съездите. Вам это будет полезно. Так, держите. Прежде всего, вы должны избавиться от своей робости. От этого, извините, раболепия и послушания. Мужчины ценят это качество. Служанка. А любовница выбирает совершенно из другого принципа. Можете мне верить. Да, конечно, я буду избавляться. Это жир? Что? Это гусиный жир, чтобы я не замерзала? Да, чтобы вы не замерзали. Это водка, господи, прости меня. Но я не пью спиртного. Напиток легкий. Я приправила его ячменным соком. Дает сногсшибательный, неслыханный. Психоаналитический эффект. Да? Угу. Но я не пью. Я тоже раньше не пила. В детстве. Приехали? А, не все. Что это вы делаете? Опа! Вам необходимо рассердиться в экстремальной ситуации. Пора взрослеть уже. В конце концов, гребите сказками. Невелика потеря. Легкая щадящая терапия. Не утонете? Я вам позвоню. Молодец, баба. А? Далеко пойдет. Официант! Да что ж... Официант! Слушаю. Добрый вечер. У вас нет часов на стене? Вы хотели бы узнать время? Я вас спрашиваю, нет ли у вас настенных часов? С боем. С боем, к сожалению, нет. Но у нас есть книга отзывов, куда вы можете внести любое предложение. О! Извините. Добрый вечер. Где вам было бы удобнее присесть? Вот здесь. О, прошу вас. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Меню? Я не читаю в ресторанах. Благодарю вас. Принесите сами что-нибудь. Слушаюсь. Сию минуту. Что за игры такие? Вы что, не видите? Что я сижу, курю, как паровой котел. Я ненавижу заползать в углы, как тараканья самка. Мне на работе достаточно приходится елозить по норам. Прошу прощения. Но вы должны меня понять. Где она была? С мужчиной, конечно. С женщиной. Как? С какой женщиной? Где? С приятной. В парке, а потом в лодке. Знаете, мне хочется немножко мартини. Сейчас закажем. Прошу. Что это?
Это вино для вашей дамы. А это книга отзывов. Вы, кажется, хотели бы написать. В смысле того, что... Что за чепуха, ей-богу? Уберите! Дайте мне. Прошу вас. И ручку. Пожалуйста. Спасибо. Прочтите, это для вас. О, благодарю вас. Вы знаете, я впервые получаю подобный комплимент. Даже супруга моя за много лет не сумела во мне это заметить. Благодарю. Что-нибудь еще? Да. Попросите господина напротив пригласить меня на танец. Простите, сударь, дама напротив соизволит просить меня, чтобы вы пригласили ее на танец. Ну ладно, хватит. Обязательно сейчас распляшемся и все такое прочее. Идите, принесите лучше водки. Я не знаю, там, рыбу, что ли? Слушаюсь. Благодарю. Прохвост. Ладно. Что за лодка? О чем они говорили? Деревянная. Говорили в основном о ерунде. А не в основном? А не в основном. Супруга ваша заявила, как будто сегодня вечером у нас с вами каким-то образом завертится роман. Вы только не делайте таких куриных глаз. У вас и без того разные брови. А где она вас видела? Она видела меня в окне. Это все. Впрочем, нет. Вторая женщина, похоже, ее клиентка, с блудливым диагнозом у мужа. А вот и ваша водка. Прошу. Да. Я не верю ни одному вашему слову. Ни одному. Да, я никогда не говорю мужчинам правду. За одним, впрочем, исключением. Когда мужчина заплатил мне деньги за эту самую правду. Очень поэтично. Итак, либо вы мне доверяете, либо я бесследно исчезаю, не вернув вам аванса. Вы, кажется, обещали поплясать. Маэстро! Если не секрет, что вы написали этому прохвосту? Почему прохвосту? А что вам нравится, как он себя ведет? Это мой муж. Мне трудно судить. Как видите, тоже свои отношения. Позвольте, я сама расплачусь, хорошо? Знаете что? Может быть, в другой раз?
Слушай, дорогая моя, другой раз бывает у тех, кто не упускает первый. Поняла? Да-да. Поняла. Так, гуляешь полчаса. Знаешь что? Через 20 минут. Там. Да. Сегодня начальник не принимает. У него иностранцы. Я в курсе. Это мои родственники. Далекие и близкие. Но я же сказала... Я тоже не совсем уж молчала. Но... Сколько вам лет? Какое это имеет значение? Никакого не имеет значения. В вашем возрасте я не стеснялась своей груди. И в отличие от вас, я не сутулилась, не пряталась под свитерами и не уродовала свое тело бюстгальтером. Была прямая, была гордая. И, в общем, да. В результате вы видите перед собой то, что вы видите. Никогда не обманывайте женщину, тем более, если она старше вас. Вы спали с ним? С ним. Я вас спрашиваю. Нет, целовались только. Я ведь вторую неделю работаю. Господи, если вы знали, что вы сейчас сморозили. Ну ладно, солнце мое. Оставайся здесь и никого не впускай. Никого. Но... Здравствуйте. Кто вы? Я не мог вас когда-нибудь раньше видеть. Даже дважды. Да? Можно я сяду? Ну... Извините. Не напомните? Двенадцать лет назад в Праге вы обедали с переводчицей в пивном баре. Как давно это было? Что же вы замолчали? Продолжайте. А я сидела за соседним столиком и думала, что вот вы уже женатый человек. Кладьте по коленке. Вам больше не о чем было думать в Праге? Нет. Потому что у этого вечера было свое предисловие. В каком смысле? Когда? 12 декабря 58 года, когда вам исполнилось 7 лет, и вы решили убежать из дома. Помните? Помните? Вы летели на велосипеде, не смогли задержать этот тормоз, не затормозили вовремя и ударились о дерево, и потеряли сознание. Да, конечно, но... Помните ту девочку на велосипеде? Девочку? Это я.
что я так изменилась? Можно возьму? А так? Кто вы? Что вам от меня нужно? Пожалуйста, я так много думала о вас. Я писала о вас в дневнике. Я вот именно вас таким и представляла. Хороший мой. Зачем я только вышла замуж, не знаю. Можно я до вас дотронусь? Нет. Вы боитесь меня? Напрасно. Я вам неприятна? Я сейчас уйду? Нет, нет. Но могут же войти. Что? Не могут. У меня здесь... Так, пойдемте же скорее туда. Боитесь? Это хорошо. А хотите, я вас еще сильнее удивлю? Откройте вот тот ящичек. Прощайте. Кажется, все в порядке. Ваш муж любит исключительно вас одну. Он, конечно, растерян. И я бы даже так сказала, он немножечко запутался. Вы пойдите, вы... Что? Вы его утешьте. Вот. И самое главное, вы ничему не удивляйтесь. Ничему. А как только у вас все наладится, звоните мне, и я приму от вас свой гонорар. Ну? С Богом. Очаровательная пузо. Здравствуйте. Добрый день. Боже, какая вы красавица. А ваш муж просто произведение искусства. Где вы взяли такого? А? Ага. Ну, будьте умницей. Пока. Дышит у меня в машине. Хотел тебя напугать. Удалось. Куда прикажете? Домой? Или... Не знаю. Не хотелось бы. Мне тоже. Да? Да. Что это случилось? Что ты вдруг со мной согласилась? Ну почему? Почему? Вместо того, чтобы просто и по-человечески сказать то, что должен сказать мужчина, ты начинаешь из такого далека и так фальшиво, что у меня скулы сводят, понимаешь, от тоски и скуки.
А что бы ты хотела слышать? Молчи, заткнись. Теперь слушай и смотри. Напрасно терять время. Здравствуйте, вот мои права. Вот мои документы на машину. А вот мой муж. Очень достойный человек. Впрочем, вы это сами видите. Но слишком ревнив. Ну, просто катастрофически ревнив. Выкручивал руль, говорил, что ты в беспамятстве. Я даже успела испугаться. Вот. Но я умоляю вас, будьте с ним помягче, поласковее. Он все сделает, он все заплатит. А мне извините. Надо переодеться. Я опаздываю в оперу. Ой. Угу. Должна быть правдивая. А это насквозь фальшивая опера для домохозяйки. Я просто не понимаю, как можно ее слушать. Я, знаете ли, слабо разбираюсь в искусстве. Ну, еще бы. Это вам не за людьми шпионить. Почему обязательно шпионить? Что нас задевает это слово? Ух, скажите, пожалуйста, какие мы чувствительные. Правда, глаза колет. В опере не разговаривают. Я знаю. Конечно, в опере не разговаривают. В опере поют. Простите, ради бога, моя подруга немножко не в себе. Она ку-ку. Mm-hmm. Я сейчас тебе покажу ку-ку. Почему ты мне мешаешь слушать оперу? А? Эту волшебную музыку. Почему она разговаривает, я не понимаю, во время действия. Мешает этому, иди сюда, дивному человеку слушать Аиду. Нам всем! Всему залу мешаешь воспринимать искусство! Держите ее! Держите, она опасна! Держите внуки! А то простынешь! Ой! Ой! Прошу вас, сядьте на месте. В опере не стоял. Вы сорвали спектакль. Что? Не встаете ко мне? Эти крики Боже права. Мой, какой кошмар. И вашу честь.
до Западной улицы проехать. Боже мой, да чего ж приятно. Давно не слышала такой фамильярности. Девушка. Ну, у вас фигура такая. И походка, и вообще. Только не вздумайте извиняться. Не буду. Держите ее! Держите! Ну что же вы стоите? Вам на Западную? Отдайте! Да. Я покажу. Осторожно! Осторожно! Ага. За мной! Давай! Есть! Очень быстро! А еще быстрее! Можете? Тут знак 40! А что там у вас на Западе? Девушка у меня там. А, это святое. На следующем светофоре налево, а там как раз и Западная. А я здесь, пожалуй, уже сойду. Ну что вы, мамаша! Очень быстро меня, однако, разжаловали. Сейчас я не могу. Гости жду по объявлению в газете для знакомств. Нет, не заболела. Вы сейчас поймете. Где же оно? А, вот. Если дама будет слишком хороша собой и нравственно беспримерна, то даже при отсутствии взаимного с ее стороны интереса будет одарена антикварной виолончелью. А? Каково? Разумеется, идиот. Но виолончель же виолончель. Пришел. Я побежала. Хочу резко извиниться и сказать, что я все слышал. Ну, тогда до свидания. Не торопитесь выгонять. Я к тому сказал, чтобы вы понимали. Что я должна понять? Что я взволнован пуще прежнего. Я ведь слышал, вас тоже приглашают для содружества. Конкуренция, значит, у меня прямо кровь плыхает. Резко желаю понравиться. Тогда заходите. Хотя, конечно, противно, что вы подслушиваете. Очень противно. Ну, заходите. Ой, извините. Это подарок? О, да, способствует сближению одиноких сердец. Что вы Если... говорите? И резко способствует? Простите? Да вы проходите. Мне очень нравится ваш подарок. Благодарю вас. Вы очень любезны. Проходите. Давайте. Пожалуйста. У вас не туберкулез ли часом? Что вы, как можно? Это видно от волнения. Я вообще-то на здоровье не жалуюсь. Это приятно слышать. А на что жалуетесь? В каком смысле? Я что-то запутался. Да вы садитесь. Садитесь. Не туда. Да. Сюда. Хотя нет. Встаньте. Какой у вас рост? Я в газете указал 190. А какой надо? А мне кажется, меньше.
Раз уж от меня требуется нравственная беспримерность, хорошо было бы и вас проверить. Да? Ну-ка, становитесь к столбику. Как? Лицом. И поднимите левую руку. Как-то это странно. По правилам рост измеряют от головы до этих, до пола. Но мы же с вами не будем жить по правилам. У меня свой метод. Я хочу вас узнать в полном размахе ваших габаритов. О, как смело и резко придумано. Вот. Сейчас вы начинаете мне нравиться. А что именно вам понравилось во мне? Что? Держите. Мне понравилось ваше длинное сердце. Ваши резкие, пытливые уши. Еще немного, и вы будете вне конкуренции. 3,5 метра, однако. Здесь какая-то ошибка. Стойте так и двигайтесь. Хорошо. Стойте спокойно. Не волнуйтесь, все будет хорошо. О, как резко. Хорошо, что вы сумели не обидеться. Дышать можно, это тоже не возбраняется. Теперь можете закрыть глаза, и вы узнаете, кто я. Я... Неожиданная реакция. Да. Алло. А, опять вы. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Я внезапно освободилась. У меня может быть своя личная жизнь. Вы не находите? Что вы от меня хотите? Денег вы назад не берете. Что я еще могу предложить? В конце концов, никто не виноват, что у вас не жена, а Александр Македонский какой-то. Если приспичило посидеть теперь за решеткой, я, извините, ничего не могу придумать. И не хочу. Я сделал все. И даже больше. Теперь ее до среды хоть тресни не выпустят. Ну и отдыхайте. Ждите среды. А что она им, кстати, сделала? Я ведь даже не знаю толком. Ударила кого-то. И плюнула. В лицо. И знаете кому? Какому-то послу. О, скандал приобретает международное значение. Да? Вы так думаете? Конечно. Сбежит она до среды. Вот увидите. Там сбежишь, пожалуй. Как же? Не трогайте, это мои. Оставьте меня в покое. И вообще, там человек, наверное, уже проснулся. Как проснулся? Даже не заметила, как взяла. Руки живут отдельно. Разговаривать сама с собой начала. Ну что ж, в моем возрасте это нормально. А когда же вы успели? Прошло-то всего. Это бывает. Вот. Это его зонт. Все! Хватит! Хватит! Все! Вот эта семейка.
перестаньте. Да, глупо, понимаю. Ну уж, если так случилось. Ну что вы как мальчишка? Ой, сядьте нормально. Ну что-то надо с этим делать. Не могу же я идти домой. Вот так вот. Идите в оперу. Вы видели моего мужа? Какого мужа? Этого прохиндея из кафе? Так вот, прежде чем выйти замуж за этого прохиндея, я себе категорически постановила. Вот зачем вы улыбаетесь? Я говорю вполне серьезно. Нет, нет, я не улыбаюсь. Значит, прохиндея постановили? Я решила от него сразу уйти, если вдруг замечу, что ему со мной скучно. Хоть на одну секунду. Вот я и ушла. Теперь вы должны понять, как в сущности я люблю этого человека. Боже. Скажу вам по личному опыту, грубостью и безрассудством ревность не заглушишь. И я, извините, не хочу быть орудием эксперимента. Это так пошло. Разберитесь сначала, чего же вам больше хочется. И идите домой уже. Честное слово. А ты что? Шпионишь за мной? Нет, не шпионю. Я просто шел мимо. А выбор удачный. Вполне приличный господин. И танцует хорошо. Правда, излишне горяч. Впрочем, тебе всегда именно этого и не хватало. Всегда. Что-то похолодало. Чрезвычайно содержательное сообщение. Я вот тут случайно прихватил свитерок. Очень мило. Подними-ка руки. Зачем? Ну, подними. Присядь. Свитерок он мне принес. Если хотел мне напомнить о моем возрасте, то смею тебя уверить, что он определяется не паспортом. У меня кровь горяча точно так же, как и 10 лет назад. И 20. И мне не нужны свитера, пахнущие чужими духами. Духи? Какие духи? Это в химчистке такие ароматизаторы. Духи. Она спасла наш брак. Еще вчера несчастнее меня не было на свете, а сегодня...
Дорогой, ты все проверил, билеты, путевки? Конечно, солнышко. Вот. Послезавтра мы будем уже на Канарских островах. Милый. Я ужасно рад, ты веришь? Но, милый, на Канарских? Ну, а на каких же еще? Ты сама просила. Я просила. На Курильские острова. На какие Курильские? Туда путевок не бывает. Она же сказала, обязательно поезжайте на Курильские острова. Никогда не слушаешь меня внимательно. Алась. А, добрый вечер. Вот, купила. Прошу прощения, я только на секунду. Я лишь хотела бы увидеть вашего блистательного спутника с моим новым приобретением. Неплохо. Почудилось даже. Будто дождик романтически пошел. Берегите мужа. Что? Он у вас просто красавец. И на иностранца похож. Ох, берегите. А если что, то обращайтесь ко мне. Пожалуйста. Опять она? Дорогая моя, я вижу ее в первый раз в жизни. Первый? То есть, во второй. Ты же обещал. Ты же поклялся. Так вот, Курильские, а не Канарские, дорогой. Это нервное. Как-то резко уснул. Потом проснулся, вас нет. А у меня от волнения... Я от волнения захачиваю есть. Почему же вы ушли? Хотите знать правду? Да. Так вот, во-первых, мне очень не понравился ваш зонт. Зонт? Да. А что же теперь делать? Я выбросила его и резко-прирезко купила вам новый. Вуаля. Мне никто никогда не покупал подарки. А во-вторых... Ой. Я ведь сначала подумала, что вас ко мне специально подослали по работе. Разве можно так вот рухнуть и уснуть? Но теперь я понимаю. Понимаю. Как подослали? А, ерунда. Вы не против, если я чуть-чуть погреюсь в душе? Я так замерзла. Тепло необходимо не только для женской души, но и для тела. Вы не находите? Мне уйти? Я правильно понимаю? С
знаете, с вами, конечно, не так уж весело, но без вас, пожалуй, будет уж совсем не в моготу. И вы пейте вино. Что вы в руках держите? А вы ешьте, ешьте. Не стесняйтесь. Извините, что вашу шляпу. Я не нашла пепельницы. Я редко курю, тем более в ванной. Вы не возражаете? Присаживайтесь. Это ведь ваша квартира. Благодарю вас. Добавлю немножко горячей воды. А не сваришься? Нет? Нет. Я извиняюсь, мне послышался голос. Это вы не ко мне обращались? Нет, вообще-то не к вам. Но... вы можете войти. Не будет ли это с моей стороны поползновение? Не будет, не будет. Я же сама вас приглашаю. Ну, смелее. Резче. Ну что ж, знакомьтесь. Это моя старая... Что? Старинная приятельница. Mm-hmm. Она, видимо, вошла, пока вы спали. У нее, правда, ножичек в кулаке. Но это не относится к вам. Это для меня, да? Mm-hmm. Могу вас успокоить, что ничего серьезного с вашим мужем у нас не было. Вы думаете, я ревную? Да, я так думаю. Честно говоря, мне действительно хочется пырнуть вас ножом. Ну уж больно вы хороши. Жалко портить. Надо же, какой нестойкий. По-моему, пора представиться друг другу. Анна. Мария. Ходи. Господин генерал? Боевая тревога. Тревога! 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 Пошел! Не растягивайся! Господин генерал, вы тоже!
Не понял. А где танк-разведчик? Его нет. Что вы сказали, полковник? Господин генерал, я отпустил его до утра. У него девушка в городе. Я имею в виду у механика. Он сказал, это вопрос жизни и смерти. А потом, он же маленький. Это боевая машина. Вы представляете, что такое танк в городе? Танк в городе? Вообще, это красиво. У меня был лучший полк в армии. Я на это убил 10 лет жизни. Почти потерял семью. И что в итоге? Он так просил, так просил. Это наш лучший сержант, вы же знаете. Он вернется к 8, как обещал. Я клянусь вам, он вернется. А если нет? Я пущу себе пулю в лоб. Ловлю вас на слове. Ждать придется долго. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы приготовили поесть. Слушаюсь! Господин генерал! Вам звонили из города! Ваша жена! Если я к 8 не вернусь, и сержант не вернется. Попрощайтесь за меня с полковником! Есть! Кто там? Откройте! Я знаю, что она здесь! Меня просили никому не открывать. Ах, так? А, больно, да? Вы позволите мне? Так намного удобнее будет. В чем дело? Вы куда? А вы не находите, что это уже чересчур, дорогой мой? Где она? Я спрашиваю, где она? А, вот! Она была здесь. Простите, я не понимаю, вы что, свою жену ищете? Она сбежала из тюрьмы и пришла разбираться с вашей. Если все это кончится каким-нибудь криминалом, вы за все ответите. Если хоть один волос упадет с ее головы, вы знаете, что я с вами сделаю? А? Я вас... Что вы? Это необыкновенные женщины. Такое резкое сочетание ума и внешнего вида, и они так... смотрятся вместе.
А вы кто такой? Как вы тут оказались? Я по объявлению. А, вот, карандашом обведено. Только я не думал, что вы женаты. В том смысле, что ваша жена замужем. Даю честное и благородное слово, я бы никогда не покусился. Узы брака для меня святы. У меня и отец, и дедушка. Где она? Они так красиво оделись и ушли. Но обещали вернуться. Сегодня все обещают вернуться. Так, значит, это вы и есть тот идиот с контрабасом? Простите, у меня виолончель, а не контрабас. Виолончель отличается от контрабаса, во-первых, размером. Во-вторых, если вы хотели меня обидеть, то у меня и отец, и дед. Успокойтесь, никто вас не собирается обижать. У человека нервы. Вообще человека можно понять. Он сегодня разум потерял двух дам. Да ладно вам. Что вы все время... Стоп. У меня есть предложение. Да. Давайте-ка перекусим. Ну, давайте. Знаете, вы знаете, уже... ничто так не сближает людей, как еда. Я пойдем. Сыт, вы знаете... Это не важно. Мне как-то... не важно. Неудобно. Вы даже не понимаете, отчего вы отказываетесь? Неловко. Да не стесняйтесь, не стесняйтесь. Я... Странно. Я очень нервничал, когда остался один. Простите меня, простите. Странно. Но ничего, человеку непременно должно быть куда идти. Это сказал Толстой, я правильно понял? Это сказал Достоевский, Федор Михайлович. А нам сегодня есть куда идти. Ай-яй-яй. Знаете ли, веду уединенный образ жизни, в том смысле, что не совсем светский. А я даже представить себе не мог, какие в нашем городе бывают рестораны. Здесь, вероятно, есть продукты всей мировой флоры, фауны, и сервировано так деликатно. Да, вы знаете, здесь, по-моему, неплохо. Очень неплохо. Не то слово. Да, замечательно. Послушайте, и что это все значит? Да. Это мой ресторан. А дом, случайно, не ваш? Нет, дом, к сожалению, пока еще не мой. Пока. Из-за этого бывают кое-какие проблемы. Пошла деликатесная группа. Значит, вы можете бесплатно кушать. Ну, к чему был весь этот маскарад? Чего угодно. Книга, предложение. Хотелось иногда влезть в чужую шкуру, почувствовать себя другим человеком. Может быть, грибочков? Ты что, обалдел, что ли, с утра? А впрочем, давай, чтобы столик заиграл. Давай. Прошу. И ты действительно могла бы меня ударить ножом?
Могла бы. Если бы ты повела бы себя как курица. Ненавижу куриц. А ты знаешь, я тоже. Как же мы с тобой похожи. Даже теряюсь. Думаю, неужели это она сказала, а не я? А, нет, 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 дорогая моя. Вот на это ты не надейся. Я ни на кого не похожа. Именно поэтому я заявилась к тебе домой среди ночи. Только поэтому. А я думала, чтобы выяснить отношения, устроить сцену ревности. Из-за этого мухомора в Панаме не смеши меня, а ты подавлюсь. Мухомор в Панаме. Чтоб ты знал, мужиками я сыта по горло. Еще больше, чем этими пирожными. Надоели. Надоели. Ха. Такие... Что? Что ты смотришь на меня? Опять ты мой текст говоришь. Посмотри, ты посмотри. Ой, какие красавцы, а. Ой. Вот это экземпляры, а. Ох. Ну, это же произведение искусства. Кофе, пожалуйста. Конечно. А вам? Мне тоже. Ты знаешь, мне кажется, мы не в их вкусе. Сейчас проверим. Ну почему? Почему? Чего им еще не хватает? Действительно, чего им не хватает? Официант, под рыбу надо белое вино. Человек, быстро! Быстро! Будьте осторожны. Скажите, вам самое интересное? Сначала было не очень, а потом интересно. А мне с вами обоими интересно. У меня еще никогда не было таких друзей. У меня и папа, и дедушка. О. Значит, эта причина отпадает. Тогда я не понимаю, в чем дело? В чем дело? Действительно. Была мечта. Я страстно мечтал овладеть африканкой. Кем? Африканкой. Подлинной африканкой. Черной. И обязательно молодой. Такой, знаете ли, немножко до 45. Я вам даже стыдную вещь скажу. Я желал резко овладеть на берегу под пальмами. Мне казалось, что я тогда узнаю, что там такое у нее внутри, у африканки. Господи, как это все романтично. Так вы говорите, на берегу? Да, именно на берегу. Как говорится, под рокот волн, под звон гитары, видите, жизнь прожигая зря. Потом же все в песке. А я мечтал полных 10 лет. Мечтал. Потом
Представьте себе, прошло. И резко? Нет, постепенно. Ну, впрочем, безболезненно. Да. Жиру бесится. Что вы сказали? Скучающие дамочки бесятся с жиру. Вот что я вам скажу. Да? А потому что не надо было мою жену. Что? Нанимать. Точно так. Казус Белли. Что? Формальный повод для объявления войны. Казус Белли. Я им дал этот повод. Понял. А ведь от нас до побережья всего 2 часа езды. Это ж не Африка. Ну, тоже море. Исключительно живописное. Я ездил. Давно, правда. Но все, знаете, как-то повода не было. Человек, мы уезжаем. Уезжайте. Соберите нам все и побольше. А я? Да куда же мы без вас, а? Дорогой мой! А как же... Да никак. Так, я готов. Готов. Да. Быстро! Одеваемся. Так. Не нужен нам берег турецкий. Африка мне не нужна. Подожди! Я знаю! Подожди! А ты что? Дурак! Идиот! Простите, я не очень хорошо знаю город. Да я вообще не должен был здесь ехать сегодня. Вот. Спасибо. И мы тут... Ой! Здравствуйте! Доброе утро! Ну что, нашли свою девушку? Да, нашел! Спасибо! Ой, это вы? Спасибо вам огромное! За что? Я теперь тоже не ношу бюстгальтер. Лара! А мы вот с подругой на море собрались. Молодые люди были столь ошеломительно любезны, что мы решили составить им компанию. Счастливые! А нам в полк пора. Да, пора. Спасибо! Опа! Еще раз! Спасибо! Поехали. Полёте будет очень рад. Да что? Какие интересные у вас знакомые. Причем, заметьте, из самых разных сфер. Природная любознательность плюс, если угодно, повышенная контактность. Иногда чрезвычайно повышенная. Особенно это мешает в тюрьме. Где? В тюрьме. Пожалуйста, вы посматривайте на дорогу, пожалуйста, посматривайте. Хотелось бы немножко нам пожить, хотя неизвестно зачем. Все и так уже понятно, но все-таки. А вы что, были в тюрьме? О, вы знаете, какие там интересные типы. О, ну просто кишат, кишат. Слушай, ну не строй мне такие глаза. Я, слава богу, разбираюсь в людях. Вы не причините нам никакого вреда, да? Я чувствую, я могу быть с вами откровенной? Могу? Конечно. Так вот, я оттуда сбежала сегодня ночью. Так.
И как это вам удалось? Ну, знаете, сюжет до банальности. До банальности совершенно примитивно. Связала две простыни, привязала к ножке кровати, а конвойные, как вы догадываетесь, были подкуплены. Ну, а решетка? А решетка перепилена. Решетку я... Да, я передала ей килку. Да-да. Пирожным. Фисташковым она очень любит. Фисташковый. Пилка. Ну что ты? Я тут, понимаешь, стараюсь. Да ну вас. Я уже и вправду поверил. Это что? Я иногда и сама себе верю. Надеюсь, что не слишком часто. Ура! О, это случайно не за вами? М? Тише, меня нет, отвернитесь. Ниже, можно еще ниже? Заткнитесь, мальчики. Смотрите, босс Таурус. Это корова. Да, можно выразиться и так. Но по-научному это животное будет босс Таурус. А вы-то откуда это знаете? Видите ли, в свое время я держал экзамен по фауне. Более того, я даже имел честь оканчивать по фауне аспирантуру. Это надо отметить. Давай. За нашего ученого друга. Будь здоров. Добрый день, господа. Приятного аппетита. Попрошу ваши билеты. Билеты? Это можно. Да. Свободен. Благодарю вас. Еще раз приятного аппетита. Ваш билет. Вы знаете, я еще в большом младенчестве наблюдал за пауками. Очень интересно. Ой! Смотрите, как красиво. А? Что это за лес? Это флора. Я по фауне. Хорошо должно быть сейчас лежать там, в траве, и смотреть в небо. Ни о чем не думать, просто лежать и смотреть. И все. Хотите мои? Нет. Я курю без фильтра. Да. Да. Это со мной тоже так бывало. Едешь мимо какого-нибудь места, и вдруг резкое желание обуревает сойти. Вдруг там что-нибудь такое интересное. Ну, хоть на минутку сойти. А там такое замечательное, чего никогда уже больше в жизни не будет. Не знаю. Меня не обуревало. А вот дернуть стоп-кран мечтал с детства. А ну, пойдем. Пойдем посмотрим. Ну, где вы там застряли? Или уже не обуревает? Ну и черт с вами. Сам пойду и лягу. La la la.
А! Пошли! Ах ты, Господи! Честно говоря, ничего особенного. Небо как небо. Хмурое. Трава как трава. Колется. К тому же мокрая. Это роса. Спасибо, что сказали. Чтобы вы знали, у меня с вашей женой ничего не было. А я знаю. Не мешайте мне. Господи, как хорошо. В чем дело? Почему стоим? Проводник! Я опаздываю! Погодите, не давай! Забрать! У меня стоп, надёрка! Меня не дёргай! Прошу тебя! Не смогу! Эй! Почему не смогу? Где вы? Почему? Почему? Где вы? Вы? Где вы? Где вы? Эй! Что же вы не отзываетесь? А, там такие страшные мужчины в форме. Я так испугался. Где вы? Где? А! Ой! Что же вы? Зову. Вы не отзываетесь. Я так испугался. Ой, поезд. Может, сыграйте на что-нибудь? Я не умею. Это фамильная реликвия. У меня и отец не играл, и дед, собственно, поэтому и не женат. Ладно, пошли. Слава Богу, что вам родственники рояль не оставили. Нет, ну каковы идиоты, а? А ты тоже хороша. Что? Зачем ножом размахалась? Ну я же действительно сбежала. Бедные мальчишки. Штаны наложили с перепуга. Ну я же действительно сбежала. Не смеши. Я же связала две простыни, я привязала их к кровати. Ну ладно, ладно. Не раздувай ноздри. Просто у меня дежурный оказался, мой знакомый. Я ему жену вернула. Правда, он от нее сбежал и правильно сделал. Слушай, ты знаешь, как мне твоя туфля, между прочим, трет ногу? Слушай, давай зайдем в этот дом. Так мы с тобой до моря никогда в жизни не доберемся. На полчасика. А заодно и согреемся. Меня что-то знобит. Ну что, боишься? Я? Если стало нас знобить, не пора ли нам налить, как поется в песне? Русский, народный, блатной, хороводный. Ее знобит. А мне жарко. Иди сюда. Эй, есть тут кто-нибудь? Интересно, кто тут может жить? У меня есть предложение. Ну, дальше не идем.
будем. Кто здесь? Сразу, как их увидел, понял, это сумасшедшие. Ну, удачный сегодня денек, честное слово. Вам так нравится ваша работа? А что, работа живая, все время новые люди. Но я о другом толкую. Похороны-то у меня завтра, это уж я сам решу. Дай-ка, думаю, денек у моря повеселюсь. А когда еще оттуда заказ случится? А тут и вы подвернулись. Все не одному в дороге скучать. А вы предлагаете скучать вместе? А вы веселые. А я, знаете, люблю веселых. А ты покажи-ка ему свой ножичек. Вот и посмеемся вместе. БМВ, модель 38-го года, армейская модификация. Это же реликвия, почище вашей бандуры. Мне предлагали такой 30 лет назад, но у меня тогда не было денег. А когда появились деньги, я уже нигде не мог найти такой мотоцикл. Красавчик мой, дождался меня наконец. Вы извините, я из чисто теоретического любопытства интересуюсь. Вот это моя люлька, она крепко приделана. В том смысле, что не свистанемся ли мы? Ну и оторвется. Невелика потеря. Быстрее до моря доедем. Знаете, я не всегда понимаю, шутите вы или всерьез. Только до моря мы так не доедем. Тот слесарь сказал повернуть направо, а потом налево, а мы оба раза направо. Что же вы раньше-то молчали? Что вы молчали-то? Да вы так радовались! Я не хотел вам настроение портить! Внимание! Держаться всем за воздух! Где-то здесь, море. Я слышу его, понимаешь? Я слышу, я его чувствую. Оно здесь, оно близко. Оно... Смотри, ой! Только что тут никого нет. А? Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Я тебе пас! Держи! Слушай, я в школе была членом футбольной команды. Меня знаешь, как мальчишки? Так, давай, пас! Пас! Опа! 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 Знаешь, как боялись? Я знаешь, как... Опа! Кололась! Это тебе... Чёрт! Ау! Подержи! Все, уехали. Садись. Ладно, пошли. Я садистка. Я альтруистка. Ой! Каких свет не видывал. Посмотри-ка. Ой. Ну, нам сейчас не до выбора компании. Пойдем. Ой. Осторожней. Не ударилась? А? Ничего? Да, ничего. Добрый вечер. В
Вроде еще день только. До вечера дожить надо. Вот именно, я уверена, что вы не позволите двум одиноким дамам замерзнуть на этом пустынном берегу. Морская прохлада таит в себе ревматизмы и артриты. А молодость наша, увы, миновала. А чего вы вообще приехали-то? Радио надо слушать. Это в каком смысле? В смысле прогноза. Что будете пить? Ну, немножко коньячку. Да, и кофе. Кофе нет. Электричество отключили. Когда дадут, неизвестно. А коньяк молодые люди последний взяли. Могу водки налить. Угу. Наливайте. Наливайте. Спасибо. Ну, будем. Еще. Между первой и второй. Промежуток небольшой. За тебя. За тебя. Будьте здоровы. Смотри. Угу. Какая прелесть. Я думала, что таких уже не осталось. Нашла. Вот. Электричества же нет. А, да. Хорошо. Моя монета. Он же монету не отдает. Как это? Эй, дамочка, полегче! Эй, эй! Ребята, уймите ее, она мне аппарат разнесла. Да тихо, отойдите от нее! Да что тихо-то? Да тихо, не кричите вы, все будет в порядке с вашим автоматом. Не надо, не надо, не надо, спокойно, спокойно. Анечка, ну что ты, ей-богу, ну что ты? Я устал. Ну ладно, тихо, ну тихо, моя родная. Устала, очень устала. Ну тихо, тихо, все будет хорошо. Ты самая красивая, ты самая молодая, ты самая лучшая. И аппарат будет работать, и электричество включит. Все будет хорошо, все. Ты посмотри на этих идиотов. Ты смотри. Чистый цирк. Да еще бесплатный. Бывают же веселые люди, а? Да ничего особенного. Действительно, идиоты. Посмотри, посмотри, посмотри. Ты посмотри, какие идиоты. Это же... Давай, давай! Этого не может быть. Чуть не упали! Алло! Подъем! Эй, генерал! Подъем! Эй! Это мой Миша. Я чувствовал, чувствовал, что
может оторваться, чувствую. Вы заткнетесь или нет? Я из-за вас сердца не слышу. Быстро воды! Вам? Мне! Какой воды? Газированной! Что это? Ты что? Ты ее видел? Мишенечка, родной мой. Мишенечка, мусенька моя, родная моя, единственная. Ему вот это надо снять. Ага, как давайте. Это? А? Вот здесь? Я за водой. Эту я где-то видел. Мишенечка моя. Нет, там неудобно. Ложись. Неудобно. Почему? Вот. Мой хороший, ложись, мой маленький, моя зайка. Ты? Я. А ты как тут? Ну что, дышит? Ах ты, господи, зеркало бы надо к губам поднести. Сейчас, сейчас. Ах ты, господи. Пульс надо посмотреть, пульс. Может, искусственное дыхание, а? С ума сошел. А если у него ребра сломаны? У нас прошлый год один так и помер от искусственного дыхания как раз. А я воду принес, куда лить? Есть пульс! Слабенький, конечно, но все-таки. Слабо. Так, надо бы в какое-нибудь помещение. Может, у кого доска есть, а? Какая-нибудь. Ну, я, конечно, извиняюсь, но у меня есть кое-что получше доски. Так давай. Ну, давай, давай быстрее. Да, вот, вот. Вот. Ай, боже мой, как же так? Не-не-не-не, ногами вперед не надо. Что вы? Не надо ногами вперед. Извините. Как же ногами вперед? Что вы? Ну, умоляйте. Выше, выше поднимай. Ты знаешь, я всю жизнь мечтал о таком процессе. Я ведь знал, что она перевернется. У меня сразу резкое недоверие завернуться на нее. Вы знаете, сразу резкое. Вы заткнетесь или нет, в конце концов? Я не понимаю. Ну, извини, что так вышло. Я не понимаю, как вы тут оказались? А как вы? Так мы катались на коляске. Все, хватит, молчи. Все, молчу, молчу. У меня отец и дедушка страстно не любили мотоцикл. Как мальчишки прямо. Согласен, согласен. Отец и дедушка говорили мне... Да хватит, вы со своим дедушкой уже всех достали. Ну, хорошо. Дверь открыли. Так, аккуратно. Так, сюда сидим. Так, стульчики разделили. Столы соединили. Давайте быстрее. Давайте. Мягко поставим. Поставим. Зачем это еще? Вы что? Чтоб светлее было. Я ж как лучше хочу. Чего ему в темноте лежать? Да и нам веселее. Слава богу, он еще не ваш клиент. Убейте это. Сейчас. Старик, слушай, ты не прав. Ты не прав сейчас, старик. Идем отсюда. Все. Иди, 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 иди. Это я. У нас тут ЧП. Бар на берегу. Несчастный случай. Высылайте скорую. Я, знаете, в детстве тоже с лошади упал, и мой отец и дедушка упали. Ну, успокойтесь вы. Ничего, Мишанечка. Ничего, родной. Ты только потерпи. Скоро врач приедет. Ты придешь в себя, откроешь свои глазки и увидишь меня. Вот. И подумай, что тебе это мерещится, а это на самом деле я. Я знаю, что я часто была несправедлива к тебе. Ты уж прости меня, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Солнышко мое ясное, прости меня.
Только ты должен меня тоже понять. Знаешь, вот взрослые женщины, вот такие, например, как я, они часто чувствуют себя неуверенными в жизни. Да, да, это так. Чувствуешь себя одинокой, никому не интересной. И не знаешь, чего тебе хочется. Хочется чего-то, и не знаешь, чего. И с ума сходишь. И причиняешь боль близким людям. Самым близким. Причиняешь. Но я тебе обещаю, что этого больше не будет никогда. Этого никогда не будет. Любимый мой единственный. На всю жизнь. Только я тебя очень прошу. Ты не уходи от меня, пожалуйста. Как же я одна без тебя буду, солнышко мое. Не уходи, я очень тебя прошу. У нас с тобой будет все очень хорошо. Очень, я тебе обещаю, ты даже представить себе не можешь, как у нас будет хорошо. Ага, так я тебе и поверил. Как-то у вас тут... О, совсем другое дело. Чудовище. Что ж ты со мной делаешь-то? Я ж думала, что я тебя потеряла. У меня прям сердце чуть не разорвалось. Я несу тебя в этом гробу. Держу тебя за руку, ты не дышишь. Я тебя по городу искала всю ночь. Ты куда пропал? Ты что сюда прикатил на это море несчастное? Развлекаться с этими остолопами дурацкими. Вовсе они не остолопы. Один музыкант потомственный, а другой, между прочим, что ты здесь делаешь? Кто? Ты. Я? Да. А что здесь делаю? Грибы собираешь? Какие грибы? Опенки. Слушай, я сейчас тебя убью просто. Маша. Иди мне. Я убью тебя. Да? Да, мадам, я тебя убью, потому улыбнитесь. Что... Улыбнитесь. Интересно. Жизнь прекрасна и удивительна. Только не надо слез. Главное, наш друг жив, мадам. Жив! Вот, а ты меня никогда на руках не носил. Вы такой же идиот. Нет, мадам, я не такой. Я гораздо больше идиот. Красивая пара. Познакомься. Это Лара. Господин генерал! Черт возьми! У меня же там полковник застрелился. Никак нет. Господин полковник сказал, что не может оставить полк без командования, так что будет дожидаться вас. И отпустил нас еще на сутки.
Мама знает? Да. Она уже стол накрывает. Мы за тобой. И за вами. Я бы очень хотел... Да-да. Да. Мы всех приглашаем. Всех, всех. И меня. И вас. И вашего папу. И вашего дедушку. О. Всех. Но мы же почти не знакомы. Ничего. Там и познакомимся. Правда, папа? Да, конечно. Чего мелочиться? Все пусть едут. Мне еще никогда не было так хорошо. Я за инструмент. Вы поедете? Не торопись, как бы не пожалеть потом. Я никогда не пожалею. Он такой, такой... Я примерно догадываюсь. Сержант. Я. Мы поедем. Мы тоже едем. Да? Ну, учти. Ровным счетом это еще ничего не значит. Абсолютно ничего. Командуйте, сержант. По машинам! Стой! 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 Да! Да! Паш!